Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня речь пойдет в видео о криптомонете Призм. Я на прошлой неделе показывала видео, записывала, как создавать кошелек Призм. Для чего он нужен? Чтобы, друзья, зарабатывать криптомонетку Призм на баунти программе. Значит, перейдя в описание по ссылочке, вы попадете вот на такую страничку. Паровоз Призм. И вот здесь вот такая вот вкладочка. Действуй и получишь монеты Призм. Нажимаем на нее, кликаем. Нас перебрасывает на следующую страничку. И там написано, как бы, условия, как принять участие в баунти программе. Здесь несколько. Первое — это недельный видеоролик до 25 апреля. Итоги проводятся на субботнем вебинаре еженедельно. Кому-то, может, подойдет такое вот, да? Тут читаем инструкцию. Далее, когда все выполните, заполните анкету. Тут все кликабельно. Второе — вознаграждение за приглашение в паровоз Призм. Ежемесячная акция. Также читаем все, что от нас требуется. И третье, вот мне понравилось, Инстаграм. Итоги проводятся, друзья, ежемесячно. Для этого нужно опубликовать в Инстаграм пост. Вот у меня пост опубликован. Так, сейчас перейду. И что от нас требуется? За 15 лайков будет начислено 5 монет Призм. Просто 15 лайков. За 100 лайков и 5 комментариев 20 монет Призм. Аккаунт должен быть живой, ваш не фейковый. Просьба — не более 2 поста в неделю и чтобы они были не подряд. Обязательно указывать ссылку на Инстаграм паровоза Призм. Вот такие вот, друзья, ссылочки. Вот первая ссылочка, вот вторая ссылочка. И обязательно писать текст о криптовалюте Призм. После того, когда наберем 15 лайков или 100 лайков, нужно будет заполнить вот такую здесь форму. Я хочу это сделать все в режиме онлайн. У меня пока недостаточно лайков. Не думала, что люди так скупы на лайки. Значит, вот я кликаю на свой пост. И смотрите, пример, как вот у меня сделан. Значит, вот у меня, да, как бы хэштег Призм. Секундочку. Вот у меня хэштег. И как бы описание сделано, как бы текст такой. И прими участие в паровозе Призм. Монета Призм развивается и все больше возможностей предоставляется за ее использование. И я в конце поставила тоже вот такой хэштег. Вот. Мне не хватает, как бы, сколько мне? 13 лайков. Мне не хватает 2 лайка. К сожалению, народ очень скуп на лайки. Вот. После того, когда у меня будет нужно количество лайков 15, я отправлю форму, как бы, и хочу это проделать в режиме онлайн, чтобы вам, я буду это делать впервые, и чтобы вам было понятно. Есть далее еще создать пост, создать сайт, страницу о Призм. Также здесь акция с 1 февраля до 4 апреля действует. Также, друзья, можно прочитать это все и после чего заполнить анкету. Это, друзья, все надо внимательно читать, не допускать никаких ошибок.
Далее, пятое, я рассказал о призм. Акция также действует с 1 февраля по 4 апреля. Также это все очень внимательно читаем. Да, после чего, когда выполним все обязательства, нужно заполнить анкету. Призма-блогер. Опять же, это все мы читаем и заполняем после чего анкету. Вот. Мне вот больше всего самое легкое — это Инстаграм. Ну, оказалось, не очень-то и легкое. 15 лайков очень трудно набрать. В связи с этим у нас есть чат взаимопомощи по баунти программе. Кому интересно, секундочку. Так, прошу прощения, я отвлеклась. Врач приходил, у меня ребенок приболевший. Так вот, друзья, в связи с... Всем большой привет, друзья. В этом видео у нас речь пойдет об одном очень интересном проекте, на который я наткнулся буквально где-то. Создаем чат в помощь, взаимопомощь, друзья. В баунти программе мы опубликовываем свой пост в чате. И каждый чатовец должен перейти по ссылочке и проделать нужные функции. Кому-то поставить лайк, кому-то лайк и комментарий, будь то видео, будь то это просто пост. Как пост делается, друзья? Так, подождите, Инстаграм. Вот так я нажала на свою ссылочку, вот здесь на свой пост, и вот здесь в адресной строке как бы есть ссылочка. Мы копируем вот эту ссылочку, например, да, идем в чат, публикуем ссылочку на пост и прописываем, пишем, что нужно там поставить лайк, кому лайк, кому комментарий, у кого видео, значит видео, на видео ссылочка, также что, какие действия нужны, лайк, комментарий, ну, таким вот образом. И зарабатывать криптомонету призм. Значит, вот на Инстаграм, что меня зацепило, монетки начисляются не сразу, а подведение, друзья, итогов ежемесячно на последнем вебинаре месяца. Кому интересно, я оставлю свою ссылочку ВКонтакте в описании под видео. Добавляйтесь с пометкой призм, программа баунти. Ну и будем зарабатывать таким вот образом монетки на баунти программе. Почему бы нет? Дают, надо брать, я считаю. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.